Да, Амина сейчас мне будет помогать. У нее же рука счастливая? Да. Да. Вот, отлично. У тебя тапилет тоже есть? Да. Все, супер. Виталик, у нас музыка будет? Да. У нас сейчас будет лотерея. И сейчас будет... У нас будет две партии счастливчиков. Сейчас и в конце. Поэтому вот так сделали. Вот так, да? Да. Можете двумя, можете еще ногами так сделать. Давай, сейчас я мы перемешаем. Две сдачи мы сейчас вытаскиваем. Поочередно. По одному, я хочу, да? Номер три. У кого? Да, так, сразу же. Так, ну, смотрите, есть потрясающий подарок. Коктейль любишь? Файбер Буст любишь? Вот, теперь есть и мешать. У кого 42-й? Обед и дом? Нет? А? Проходим. Ну, вы готовы, да? А девушка нет? А тут вдруг в этом нет. Вдруг он обедает, а вы вместо него. Есть, вижу, да, вот фотографии. Так, ну, свежее дыхание нас преследует всегда, да? Я знал. 35-й. У кого? Слава, да? У нас будешь саморазвиваться. Конечно, вот смотри, 45-секундная презентация или уродин салфет в лаве формат. Спасибо. Всем очень. Вот. Еще раз. Впереди, прикида, клиента. Вот. 53. 53. Спасибо, пожалуйста. Самый худой, поэтому тебе потеряться больше. Давно хотел. Да, ну, на самом деле, не тебя, это твои клиенты. Больше помогать им. Нет, по хорошему чувствую, по коррекции веса. Давай, встречай. Сзади. Ну, еще. Девочка, сливочка. Так, 30. У кого 30? Правильно, незабавно, то же самое, саморазвитие же любите? Конечно. Отлично. Да, пожалуйста, можно поделиться. Пожалуйста. Ну, на самом деле, вот последний человек, но не заключительный. Ну, как ты? 54-й. Ты нет. Кто 54-й? Ну, иди сюда уже. Братья. Ну что, друзья, да ладно, нет, подставь, все нормально.
Почему это вряд ли? Нормально, все работает. У меня для вас предложение. Все-таки мы же в бизнесе работаем не просто для того, чтобы тусоваться, там деньги получать, но и чтобы все-таки мы не сами для себя знали, что мы крутые, а чтобы о нас тоже говорили, и мы получали эти знаки признания. Да? Кто любит получать знаки признания? Супер. Давайте сейчас как раз вот мы с вами соберемся внутренне, прямо со всеми силами, и будем приветствовать тех людей, которые, ну, по данным квалификациям, по данным достижениям будут выходить на сцену, будем приветствовать так же, как вы только... Представьте, что вы себя приветствуете, выходя на сцену. Договорились? Да. Давайте порепетируем. Первый момент, с которым я хотел бы, конечно, поздравить партнеров, которые выполнили эти условия, это по программе «Время ЛФ приглашай». Есть у нас те партнеры, которые за май сделали эту программу, получили свои подарки, которые подключили двоих партнеров от 50 баллов и более, либо 110 баллов и более. Есть? Давайте на сцену. Видите, вы делаете то, что многие не делают. Поэтому я рекомендую вам дальше продолжать. Еще месяц закончился. Собрать еще больше подарков. Ну и, соответственно, показать пример того, как в следующей волне тоже собирать подарки, которые будут рассыпать на оборот. Хорошо? Встречайте зал. Партнеры, которые за май, либо, может быть, уже даже за июнь выполнили квалификацию 3%. То есть... Генрих, апрель-май? Ну да, в апреле не было. Давайте апрель-май. В апреле либо мае новая квалификация 3%, то есть оборот 250 баллов и более. Возможно, вы только с своими личными. Соответственно, следующие ступени 6, 9 и выше. Поэтому двигаемся вперед, достигаем уже не в одиночку, а с командой. Друзья, встречайте в зале. Еще раз поздравляю. Мы уже несколько раз выходим на сцену, да? Кому нравится на сцене? Достигайте его квалификации быстрее. Да, я хочу теперь пригласить на сцену партнеров, которые за апрель либо за май сделали первые 6% квалификацию, это 500 баллов и более. Возможно, мы в одиночку, возможно, у вас уже были партнеры появились. Есть? Да. Самый последний. Очень правильная команда. Я писатель поставил. Поэтому я тебе желаю... Не останавливаться гостиником, следующий 9%, дальше уже 14%, заметил, 9, 14, 21. Все правильно, да? Слышал, да? Все, 21. Поэтому проходи в зал, встречайте еще раз гостиника. Ну что, друзья, мы движемся дальше. Следующая, конечно же, у нас ступень, это 9%, по-моему, уже 1000 баллов. То есть у вас уже есть, скорее всего, партнеры. Есть новые в апреле, либо мае? Да, есть. Короче, ты тоже что-то не скажешь. Иди сюда. Так, иди.
еще не гений. А, 9. А, есть промежуточный у меня 6-9, да? Нормально. Так есть у нас 9%? 1000 баллов в боли за апрель в Узумане. Окей, двигаемся. Дальше растем, да? Ну, есть уже. Какие у нас главные штуки? Я вижу, что многие не выходят, кто есть. У меня. А кто не выходит? Давайте за руку брать. Кто стесняется? Ну, да, мы не будем, но это маленький такой нюанс для тех, кто стесняется на сцену. На сцене есть деньги. Еще один момент, вы можете со сцены нести полную чушь, и вам будет аплодировать. Поэтому, ну, не всегда, конечно, но иногда можно. Вот, я вот, видите, иногда могу. Поэтому, ну, раз вы не хотите, то надеюсь, ну, ничего страшного, значит, наверное, на один собрались. Правильно? Правильно. Ну, а коли уж такая пьянка пошла, так называется, файбербустом, там, гелем, то следующая квалификация, конечно же, 11%, это те партнеры, которые сделали у нас оборот 5000 баллов в футболе, у них, само собой, уже есть команда, и это Полина Уакина. Сейчас мы чуть-чуть прикроем, чтобы глаза у нас были все светлые и яркие, не закрытые никакими слайдами. У нас для вас подарок, ну и, конечно же, мы хотим вас немножко помучить в плане... Потом надо будет обратно вернуть. Ручки шаловливые. А, ты же сумел глаза, да? Окей, друзья, ну, пока у нас там все готовится, мы сейчас вас будем одаривать, но прежде я хотел бы вас... вопросы. Но в первую очередь хочу, чтобы каждый из вас представился, чем занимается помимо ЛР, как давно, что вам помогло достичь результатов, ну и, конечно же, такой короткий совет для тех людей, которые с нами сейчас, возможно, только первый шаг совершают, как можно быстрее прийти вот к такому же результату. Давайте. Светлана Бочурова. Я сынок, очень боюсь. Это как раз из-за того, значит, в мае я закрыла 11%. Что помогло? Каждодневные действия. Вы знаете, выходишь на улицу, и я все инструменты использую. Вот у меня двое деток, я мама в декрете. 2 года я уже в ЛР, и, наверное, в этом году я только созрела строить свою структуру. Потому что этот человек не получилось. Потом, ну, думаю, как бы продажи, потому что продажник такой. А потом уж думаю, нет, ну что-то надо посерьезнее, потому что муж говорит, ну что-то звонил папа, давай что-то посерьезнее. Я говорю, ну окей, хорошо, я попробую. И вы знаете, конечно, когда двое детей таких непростых, маленьких, и думаешь, все равно я буду делать действия, одно-два видео отправлять, на детской площадке я буду делать тестирование в автобусе, в метро. Просто вот уже пошла волна, и думаю, одно-два видео не отправила, ай, паника, думаю, это мне надо это все, мотиваторы вон сидят. И я просто поняла для себя, что если я смогла, то и вы сможете. И думаю, пока я машину не добьюсь, я не успокоюсь. И она у меня вот так вот, иду на улице, одна, вторая, третья, Киа Рио. Я уже даже иду со своими ключами. Вот такое чувство, как будто какая-то уверенность такая, как будто ключи от машины. Так, опа. Так что, ребят, ну и где-то на квартире. Так что я желаю вам успехов, действуйте каждый день, у вас все получится. Потому что у меня получилось, мама, ты крест, и у вас и получится. Всем здравствуйте, меня зовут Полина Уакина. Я в ЛР буквально 3 месяца. И чтобы... Я студент, 2-й курс. И работаю в команде с моей тетей, Ольга. Да. И помогло рекрутировать, конечно, ежедневно надо стараться. Личный товарооборот команды помог. И... действовать каждый день и добиваться
стремиться к цели к своей. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Мы из Костромской области, поселок Красный на Волге. У нас такой поселок городского типа, юбилейная столица России. Поэтому да, мы с Полиной работаем в команде. А так, ты берите. Мы работаем в команде, включаем партнеров, то есть у нас и в мае, и в апреле были. Работаем пока только с теплым рынком, пока не выходим на холодный контакт, хотя очень много советов. У нас очень замечательные спонсоры наши, это и Роман, и Саша Ермолотова. То есть в чатах очень много, ну вот, да, и все, кто выше. Где вы там людей в поселке? В чатах. Вы вообще не могут найти. В чатах очень много информации, как все правильно делать, как развиваться, как маленькими шажочками каждый день действуя добиваться результата. Всех советую именно обучаться изначально, брать для себя продукт, чтобы понять его пользу, его качество, и дальше уже все легко и просто. Еще раз на сцене. Всем привет, меня зовут Андрей Щербаков, сам из города Шу, Ивановская область. В ЛР я с марта месяца, то есть на месяц. Занимаюсь традиционным бизнесом, кондиционированием в основном. Что помогло достичь определенных результатов? Это первый продукт. То есть изначально я его начал пробовать на себе, видал действительно действие, результат, это нам и помогло стартануть, добиться подобных результатов. Кстати, Андрей еще и быстрый старт был. Поэтому теперь. Действовать, пользоваться продуктом. У Андрея еще наставники замечательные. Да. Сказать, что благодаря же команде, наставникам, спонсорам, мощной поддержке. Надежда, да? Надежда. А наставник-то далеко находится. Наставник. Тюмень, Сургут. Достаточно далеко. Так что да, независимо от того, где ваш наставник, вы можете двигаться у себя в городе тоже. Спасибо за такую возможность попасть в этот мир, в команду, в семью ЛР. Здравствуйте, меня зовут Элиза. Я из Москвы. 3 месяца. Я работаю 35 дней в месяц. Мне очень тяжело. Я работаю с утра до вечера. Ночами я захожу. Решила добавиться к
ней друзья, и вот целый год я думала, стоит ли или не стоит им прийти в ваш бизнес. Вот. Значит, активно действовать, да, начала я полтора месяца назад. Вот. Мне очень помогает поддержка моей команды, моих спонсоров, вот, Роман Зинченко, Александр Ивановна. Вот. Значит, что помогает мне двигаться к моей цели? Во-первых, это постоянность, регулярность действий, то есть каждый день, да, помимо того, что я работаю еще по найму, я работаю начала по продажам, я в любом случае нахожу какое-то время, стараюсь выделить, и если даже не получается, я переношу, то есть не сделанный результат на следующий день, вот, то есть каждый день я стараюсь максимально рекрутировать, максимальное количество людей, которые я вот себе запланировала. Вот. Второе, да, это планирование, то есть на месяц цели, да, на год я ставила цели, вот с Сашей мы определялись с ними. Ну и третье, это постоянная мотивация, потому что все мы, у нас есть периоды спадов, да, периоды таких вот подъемов, да, когда хочется что-то делать, бывают такие моменты, когда сомневаешься, и вот здесь вот хочется дать всем совет, чтобы вы... Каждый раз, когда вы сомневаетесь, вы четко отслеживали себе вот момент, по какой причине, то есть не просто там, а, все, я забил, там, ушел, и мне это не нужно, да. Отслеживать, по какой причине, отслеживать, зачем, вспоминать всегда тот момент, зачем вы сюда пришли. Ну, как бы, это мне сейчас на данный момент помогает, и надеюсь, поможет. Всем спасибо. Времени. Раз я сюда попала, уже вышла из уникального порта, раскрепостилась, как-то надо сказать еще. Ну, вот, наверное, добавить еще, что я тут хочу. То, что вот в голове правда, что-то меняется, и вот говорят мечты, да? Я начала в этом году мечтать о партнерах в других странах, не просто в Москве, там, да, как вот много разных партнеров, а как-то... Ну, да. И вы знаете, и Господь дал таких хороших партнеров в Турции, Анталия, Стамбул. И я хочу сказать, что меня это еще больше укрепило. И я думаю, вау, ну если получилось, значит надо другие страны еще обрабатывать, да? Там в Киеве появились партнеры, в Москве. И вы знаете, наверное, для меня еще больше укрепилась я в продукте, когда ко мне в структуру пришли врачи, педиатры, детский педиатр, такой педиатр, да? И я понимаю, что меня это еще больше укрепило, и когда они мне звонят и советуются со мной, я думаю, ну, мне это вообще приятно. И я чувствую, что силы еще больше как-то меня прям не покинули, а прям овладели мной. И я хочу сказать, что, знаете, доставайте своего спонсора. Вот Юлия Самохина, Виталик занят, а вот Юлия Самохина, наверное, разов 6-7 на день мы с ней созваниваемся. Юль, а как вот это, а как вот это? Юль, ты можешь? Давай через полчаса. Юль, ну ты же помнишь, что я хотела. И вы знаете, это тоже работает, потому что это мне надо прежде всего. Вот тоже такой совет. Ребят, и напоследок, можно? Про мечту. Вот хочу вас укрепить. Меня это очень вдохновляет, Сим. Когда-то я читала, если кто помнит, на корпоративе, цыганка я была, кто помнит, кому еще нагадала, говорят, много чего исполнилось. Так, слушает меня все? Да. О, молодцы. Когда заветная мечта живет в душе твоей, не стоит руки опускать и сомневаться в ней. Бывает часто непростым и длинным путь к мечте, но если веришь ты в себя, придет успех к тебе. Поверь в мечту, иди туда, куда она зовет, и ты увидишь, что она тебя не подведет. Так что всем желаю успеха! Спасибо, что поддержали. Конечно же, в дальнейшем вы будете расти еще больше.
Вот у нас кое-кто шаловливая ручка. Нога. Там это бывает. Ты сейчас на сцену уже понимаешь. Да. Ну что? Я предлагаю нам двигаться дальше. У нас, конечно же, есть еще одна квалификация, которая достойна отдельного признания. Конечно, частично уже была сегодня признана. Я думаю, что этот момент самый знаковый, самый первый, который будет в самом таком глубине души сохраниться, это, конечно, квалификация 14% младший менеджер, это уже выход на автопрограмму, когда уже есть своя большая команда. Мы уже видели, какая была команда у этого партнера, конечно. Роман. Как мы действуем, что мы делаем. 90, наверное, это то, что мы думаем при этом каждый день. И вот то, что сейчас я здесь нахожусь, я понимаю, что я, наверное, 2 месяца об этом осознанно и неосознанно думал постоянно и писал на бумаге и прокручивал себе в голове, когда я хожу по улице, иду там на работу, возвращаюсь с работы. Это мистика, но это наша жизнь. В нашей жизни много странного. Поэтому априори, да, человек должен действовать, работать, чтобы чего-то достичь, под лежачий камень вода не течет. Но очень важно себя убеждать, еще раз повторяюсь, в том, что вы этого уже достигли, что вы этого достойны, что это происходит в вашей жизни. И тогда вот действительно вы открываете однажды глаза и каким-то чудесным образом начинает сбываться то, о чем вы думаете. Это очень важно, помните всегда об этом, проговаривайте, думайте и учите своих партнеров в том числе. Что? Делать тоже нужно. Ну, делать я в самом начале сказал. Конечно, нужно делать, да, если ничего не делать, но думай, не думай, а ничего не произойдет, да. Все, спасибо всем большое. Очень круто, да. Сам еще получать больше признания. Вы знаете рецепт, как попасть на сцену. Давайте, друзья, у вас все есть. Ну, а сейчас, конечно же, то, что самый такой кульминационный момент сегодняшнего мероприятия. И все у нас будет радовать своими, даже, может быть, незнаниями. Веселить нас будет даже, может быть,